От воспитателей и дошкольных работников во многом зависит, какими вырастут наши дети. Воспитатели, как вторые мамы, проводят с малышами дни напролет, помогают развиваться и вкладывают в них всю душу. В детских садах края в этой сфере работают почти 53 тысячи человек. Это воспитатели, музыкальные руководители, инструкторы по физкультуре, учителя-логопеды, психологи. Именно они вносят огромный вклад, воспитывая подрастающее поколение. Мероприятие, посвященное празднованию Дня воспитателя и дошкольного работника, собрало лучших представителей дошкольных образовательных учреждений нашего района. У них очень ответственная задача – помогать мальчикам и девочкам познавать мир, открывать свои таланты, учить доброте и милосердию. И они успешно справляются со своими нелегкими обязанностями. Вы знаете, вот ваша профессия – это не каждый сможет проработать. И я смотрю, вот здесь ветераны наши уважаемые, которые отдали практически всю жизнь работу в детских садах. Это нужно такое терпение. Это не просто пройти и работать. Это, наверное, призвание. Призвание свыше. Поэтому низкий поклон за ваш труд титанический. Ваш труд никто не видит. Родители утром привели детей, отдали, перебули. А дальше вы, все время вы. Детьми. И от вас зависит, что вырастет с этого молодого поколения. Вот ученые же установили, что только в таком вот раннем возрасте, чистом возрасте ребенок формируется. И вот от вас, от вашего отношения, профессионализма зависит будущее нашей страны. Поэтому у вас работа очень ответственная и очень важна. И спасибо вам, что вы делаете все, чтобы наше поколение сегодня росло достойно. В этой профессии нужно все время расти, учиться. Регулярные курсы повышения квалификации, участие в семинарах, часы за книгами и в интернете, постоянное развитие и совершенствование – важная часть работы воспитателя. Их терпение и забота создают основу для развития и становления юных жителей. Образовательной сфере уделяется в муниципалитете очень большое внимание. Сегодняшний праздник – прекрасный повод еще раз поблагодарить всех сотрудников за их благородный труд. Вы на самом деле очень ответственны, настоящие труженики. На вас всегда можно положиться, вот настоящее плечо. Всегда приятно с вами работать, встречаться. Вот люди на самом деле высокой культуры, профессионалы, интеллигенты. Это дорогого стоит. От всей души желаю вам крепкого здоровья, терпения, благополучия ваших семей. Ну и, конечно, чтобы у вас на работе все получалось. Все, что вы задумали, запланировали, чтобы все это исполнялось. Для виновников торжества детвора исполнила танец и, конечно, читала душевные стихи. Вы для нас словно феи из сказки. Мы поздравить вас хотим. Всех работников детского сада, воспитателей, нянь дорогих. Вам желаем удачи и счастья, и улыбок веселых всегда. Берегите себя от ненасти. Не забудем мы вас никогда. Лучшие коллективы детских садов были отмечены благодарностями за свой самоотверженный творческий труд. Сотрудники дошкольного образования продолжат нести большую ответственность за воспитание и здоровье детей. Много прекрасных сердечных слов в этот день было сказано героям торжества, и они действительно заслуживают этой похвалы. От их профессионализма и умения во многом зависит наше будущее, и они постараются, чтобы оно было для их воспитанников светлым и радостным. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Станислав Бурбыко, программа «События».